Добро пожаловать, друзья рыболовы! Меня зовут Юрий Рош. Многие из вас меня знают как RJ Original Fishing. Сегодня я на речке, на Шварцбах, и хочу попробовать на крылатую блесну и, конечно же, на активку. Сегодня последний день, и речка закрывается на зимнюю паузу. И, конечно же, в последний же день я хочу еще поймать несколько форелек. Посмотрим, речную или радужную. Посмотрим, какая будет клевать. И надеемся, что что-нибудь поймаем. Очень плохо, что тень падает в воду. А с другой стороны, я не могу речки рыбачить. Там огороды. Так что попробуем как-нибудь так порыбачить. А? Уже атака была. Вот она. О, и сорвалась. О, еще одна атака. Еще одна атака. Опять такая же небольшая. Где-то 25 сантиметров. За блесной идут, но что-то им не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы видели, ребята? Вы видели? Даже блесна не успела утонуть. Она из-под куста вылетела. Сумасшедшая. Красивая поклевочка была. Вот вам, пожалуйста. Красивая. 30 сантиметров. Красивая радужная форелька. Красивая рыба. Странно. Но это же пародисту-то. А, ничего нету. Ох, только сказал. Ай-яй-яй. Небольшая, но есть. Опять же, речная. Красивая. До этого тоже первая была речная. Я радужная сказал, извиняюсь. Она была речная, конечно же. Ага, прекрасные рыбы. Так, хочу еще раз показать. В таких местах, как здесь, как вот сейчас, я потихонечку подхожу и стараюсь вертикально. Обычно поклевки сразу в первое же опущение получается у форели. Она блесну обычно сразу атакирует. Но если же, конечно, рыбы нету, то она, конечно же, ее и не возьмет. Жалко. Обычно оно очень хорошо получается. Ладно. Идем дальше. Прелесть. Ну, просто прелесть здесь. Если мало места, то можно просто играть блесной. Ее течением оттягивает. Опля. И можно ей играть.
друзья. О-о-о-о-о, если она еще раз клюнет. По-моему, это было минимум на 50 сантиметров. Попробуем еще разок. А, жаль. Жаль. Красивая была. Да, очень жаль, что не получается. Очень большая, ай-яй-яй, рыба. Очень большая рыба, но блесну почему-то она не берет. Идет за ней, но не берет. Ах-ха-ха-ха-ха. В чем дело? О, ребята, это не рыба, это гигант форель. Ай-яй-яй-яй. Ну возьми же ты, возьми. О, ребята. Ребята, я ее взял. О, вау. Сколько надо было попыток. Я вот. Классно. Клево. И далее, кто пробует, тот у того получится. Дорогие друзья, мне кажется, это была 15-я попытка. Она все шла за блесной, но никак ее не брала. И все-таки взяла. Смотрите, какая красивая. 40 сантиметров. Радужная, красивая, дикая форель. Классно. Классно. Разве это не рыба? А я люблю рыбалку. Обожаю. Особенно на свои блесна. Вообще классно. Вау, вот здесь. Это что такое? Ух ты, ничего себе. Я даже не ожидал. Даже и не ожидал этого. О-хо-хо-хо-хо. Приличная форелька. Приличная. Ничего себе. О-хо-хо-хо. Вот это да. Ух ты какая! Дорогие друзья, я даже не ожидал! Собака постоянно гавкала, я отвлекся. Смотрите, какая красавица. Где-то 46-47 сантиметров форелька. Смотрите, какая красивая. А какая атака была мощная. Ах, вообще не ожидал, но получилось. Прекрасные рыбы. Смотрите, какие они. Тут здоровые в этой речке. Красивая рыба, очень красивая. Ух ты, ничего себе. Ух ты, красавица какая. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух ты. Красиво клюнула. Так, ну что, друзья. Еще одна красивая. Смотрите, какая красавица. Какие пункты у нее красивые.
опять же, на активку, хорошо взяла ее. И красивая поклевка такая была. Очень красивая рыба. Классно. Классно вообще. Плохо, блин. Тень падает прямо на воду. Это очень плохо. О! О! Видали, друзья? Первый заброс. Надо же. А я еще сказал, плохо, что тень падает на воду. И она сразу села. Небольшая. Ай-яй-яй-яй-яй. Сорвалась. Да, здесь везде сильно помятая трава. Абсолютно свежие следы. Но все равно попробуем еще что-нибудь поймать. Посмотрим. Может, поймаем красавицу какую-нибудь на 50-60 сантиметров. Это было бы, конечно, очень хорошо. Но где ее найти? О, ничего себе! Вот это да! Вот это да! Вот это да! О-о-о-о-о-о-о! Ничего себе! Ух ты, какая красавица! Так-так-так-так-так. Так, мы с ней тихонечко, не спеша. Ох, вы посмотрите, какая красавица. О, ну вот это да. Это рыба мечты каждого рыболова. О, вот это да. Фу. Дорогие друзья, вот вам, пожалуйста, результат активки. 54 сантиметра. Красивая форелька. Смотрите, как она ее красиво взяла. А какая поклевочка была. Я так переживал, думал, что сорвется. Но она не сорвалась. Вот такую рыбку можно здесь ловить у нас на речке. Конечно, лучше же на активку. О, я даже не знаю, что мне сказать. У меня сейчас сердце бьется по-сумасшедшему. Разве это не красивая форель? Вот это да! Вот это да! Я опять счастливчик, мне опять повезло! Мне опять повезло! Классно! Так, ну что, друзья, мой день подошел к концу рыболовный. Я прилично поймал сегодня, много было сходов у меня. Я пробовал на крылатую, форель за ней идет, но она ее почему-то не атакировала. Как только ставишь активку, поддергиваешь его, форель сразу атакировала. И поэтому было сегодня эффективнее рыбачить на активку. Я только на нее и рыбачил. И, конечно, с успехом, большим успехом. Поэтому сегодня было очень-очень хорошо, мне понравилось. В этот последний день сезона. Потому что речка уже закрывается. И ждать придется только до марта. Вот такие дела. Так что повезло, что я еще сегодня купил карту и сходил на речку. Давайте, до следующего раза. Пока.